Отпускай моба. Отпускай моба, крути пристабав. Перепейте фласки, они уже кончаются. Я, блядь, себя перемажу пока. Стали нафиг на... Моба, бейте, и на рычаг уже идите. Моба, разбивайте, чё вам? А пока что, блядь, стоите все. Вазу сказали, где он стоит? Да. Все, начинается веселье. Рейндж 12, пишите. Сейчас кончится. Давайте, ребят, не слакайте только с разрядом. От разряда все бегайте назад и влево-вправо вдоль стенки. Через другой пати не бегите. Самое главное это отбегать от разряда. Все все знают, все, блядь, уже убивали 100 раз. Вправо сместились, направо. Сюда добили, побежали дальше. Налево перешли. Направо перешли. Ждем, пока танк со стана выйдет. Все, бежим. Напулил моба. Зашли все в комнату. Набрали ранжу. Дали на пул. Хорош. Смотрите, смотрите, Цемагро. Перед ебалом никто не стоит. Пробудите летаем, дисплей мало. Постойте там. Ебал ушли. Папа долили. Все, пошли дальше. Прислужника на пуль и ебанить его сразу же. Вот Авит там прохитился. Пошли дальше. Ирландец где-то своего отзови. Он бегает туда-сюда. Поставь его на пассив, пожалуйста. Поднимай. Прыгай, пиздец. Вот пробудитель, да? Ставь если к стенке, позаводи его. Ворот на старых стенках. Ну или вот так, пусть. Все, летим оба. По стеночке сейчас бежать будет. Вдоль стенки бежим. Вдоль стеночки бежим. Попытки мобов убивать. Там много мобов на рейд? Не-не-не, убить. Пробудитель, игра. Запустите, забудьте. Запустили, все. Стали четко по меткам все. Пробудитель, доиграйте. Быстрее. Сейчас вот этим Геру. Отойдите от молнии этой. Все, Геру давайте. Геру. Четко в трусики станешь, шаман? В трусах стоишь. Прохилимся. Гера кончается, все, выбегаем. Пока Гера стоит, пока стоит, бьет дамажите. Вы забыли все, понял. Так, стоп, бэйр ваза. На нахуй. Всех великов распидорасило. Так, давай по космополит бояре Абу-Даби. Слушай, ты бернишь вода сможешь? Или достаешь? Блять, не субэр, вы муна. На ней СС должен быть впереди. Подбегайте от разряда, че все, умираете? Залп, один стрел. Далее, походу, демоны. Выдохнуть. Трусы разряд ушли, суп. Так, мы БР еще оставим до танка. Лежат, подбьем. Разряд, там трусы. Луна. На
нахуй, ебать. Разряд молнии, минус 2, ебать. Малах и парень, молодцы. Ну, я думаю, это вайф. Не, бьем. Поднимите. Есть, кстати, Фарина? Давай, пахать ее сразу же. У нас от разряда люди забыли как бегать. Дали баф и Фарине. Ман, вставай свою метку. Чудо тебя еще рядом совпало. Кстати, все по меткам. Что вы, блядь, нахуй мы метки ставили, чтобы стояли, блядь? Если ты не в метке стоишь, то нарушаешь ранжу. А резист от льда поставится? Поносите. Че, он еще... А тогда резиста нет? Нет. Ну, на мне нет. Тело появилось. Ага, луна там. А нахуй. Разряд молнии. Серьяки, блядь. Все в порядке там у вас, ребят? Прохилимся. А, есть по Квинмун БР? Пук дракона, да? А, пук БР Квинмун. Квинмун БР Маладу, похуй. Да Маладу нет уже. Даша, если можешь, Маладу подними? Нет, все будет. Да, 7 лямов. Очень много хп. Много пацанов. Я там зубы подал, Рено. Сейчас будем массакр звать после зубов. Блять, нас сейчас разряд убьет танком. Нормально, бейте. Все, вы ему давайте. Все, давай, сейчас, Ламир, массакр давай. Бейте. Телдрин, давай массакр. Мана нет, да? У Дамира мана нет, нужно. Я сдаю гим. Кстати, там Ефарин, если есть. Я сдавал уже, как вставал. И беги в мили. Прям оверхиль танков, ебать. Беги в мили, Лудамир. Сдайте Лудамиру инеры, друиды. Пук дракона. Садись, беги в мили. Блять. И день ману в мили. Бэров нет? Прям Телдрина, прям нон-стоп хил. И день ману. Блять. И все бэр отдал. И эсэсов ни одного не было, да? Блять, еще были бы эсэсы по танкам, но может быть. Да вообще нету эсэс, никто не кинул. Ни по Квинмуну, ни по кому вообще нету эсэса. А он на пуке есть эсэс. На мне висит. Лям. Просто лям. Да нет, все. Не, Владимир, тебе нужно было сразу бежать. Типа, забей, там мили тебе подох лям. Типа, он бы побежать. Мили. Блять, встали все четко в метки, все в метках стойте, ебать. Почему у нас с этим милики подлетали все, ебать? Не вставайте, я мастрез дам. Так где Ладомир стоял? Можно либать, это, блять, не игра, это просто... Я стоял. Нахуй. Черепи он стоял, все нормально, просто у него мана высохла, ему нужно было в мили бежать, пытаться. Все, вставайте, бегите, давайте быстрее, ребят. Смотрите, просто у него ноль маны, он не может танков поднять. Так, чё-то чип. Ну, друидов-то дохуища есть. Он космополит. И не расстается. Только три. Меня пук сдал, и, наверное, космополит дал Лудомира. Друиды сами по себе дают. Мы бы еще без льда били Заура. Телдрин пусть льдом бьет. А нет, чё? Я-то там ставил на лед, просто меня убило. Паладины, вы диспельте хотя бы-то приморозку, а то из-за этого я сейчас умею. У нас диспо вам должно диспелиться, это точно. Но у вас в Ладомире не стоит. Я буду стараться диспелить сейчас. Давайте все вставайте, бегите, блядь, пук. Давай, арест. Типа, вот тут обязательно нужно диспелить. И замедление, и этот, чтобы отбегали. Половина рейда, блядь, подлетала нахуй от разряда. Вы что, забыли, как от разряда бегать, или что? Или вы не смотрите уже, блядь, больше? Что, бессмертные, что ли? Лево-право, блядь. Выбежали назад, побежали лево-право. Там, блядь, просто я смотрю, разряд кастуется, и половина просто стоит, нахуй. А чё паладиныч не в состоянии подиспелить на ретрике? Хотя бы помочь. Потому что если Хава будет масс-диспелы давать, он будет щиты терять по рейду. Команя сейчас будет. Масс-диспел хорошо стоит. Так что и Телдрин тот же в танке может диспелить. Диспелы только от Ладомира, который должен танков держать, и от Хава вижу. Могут диспелить Телдрин с Паладинычем. Это будет хорошая помощь. Паладиныч, на лед ауру включаю. У тебя же массакра или что? Или у тебя этот... У тебя что в качестве? Массакра или ЭМА?
Ну вот, ИМА будешь давать по команде на лед. Мы еще, блядь, без ауры били, ебать. Я понял, что так урон пиздолитический просто влетает в рейд. Давайте ребафнулись, полетели дальше. Убьем. С разрядом прошу вас, повнимательней. Мне похуй на ваш ДПС. Просто выживите и убегите от него, нахуй. Хау, я не знаю, но мы бы тебе нужно придется этот мастер, ну, мастер этот давать. Когда чело, ну именно в этот. В радиус, где челы отбегают, типа. Хуй знает, ну либо точно не спелится, но потому что ну Риля там. Окей. Из-за этого Риля можно сдохнуть. Давайте даем че. Полетели уже похуй. Из команды. Не очень хорошо, но все вроде здесь. Ауга тут? Ауга. Ауга. Давайте залили трэш. Босс запускается только после смерти последнего моба. Давайте, парни, просыпайтесь, у нас еще пожарник впереди. Да, нам по-быстрому куда-нибудь дойти было бы неплохо. А, босс остался, пожарник. Да, рейс 12, парни. Парни, парни, бежали. Парни. Ехали по прислушнику хорошенько. Пробудите, игра. Кас, 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 кас. Налево пришли. Пошли дальше. Все, пойдет направо пришли. Все, пройдет налево, перейдем. Перешли налево. Так, направо. Заебал он дрочит нахуй. Зашли комнату. На пол. Возле ебла не стоим, долбим его. Переки там, вон надо пошли. Так, у меня сейчас 3 минуты, если что, кину Даша. Будем бить босса, СС раскидаете все. Кто откатится? Кого назначали? Кого не назначали? Кто не знает, кому кидать, киньте лучше под танк. 100% сработает, парни. Да у меня тоже 3 минуты тогда. Пробудите игра. Читок есть? Так, забрал Сталик. Стеночки. Бери это. Телефон от микрофона. Извиняюсь, ребят. Ну ясно, выкинул меня, понятно. Как всегда. Тебя выкинуло? Да, задолбал. Можно лучше упасть, потому что, блядь, без него залупа будет. И БР как раз откатится. Да пробуем 4 попы, можем по 4 след. Что, блядь? Всегда вылет и сразу заходит, бред. Потеем, хило, ебать. Видите, что нас не прохиливают, лучше сами себе прохилить. А, короче, Су в луне, да, стоял. Абу Даби может туда встать. Да пусть лучше Ладомир, он станет из черепа. Да не, ему и хорошо там стоялось, кажется. Добили трэш. Сложный режим запустить. Запустили, да? Выпустили. Остались. Убейте моба и бана. Моба ебанись. Убейте. Диспел его. Блять, волне прохина. Заряд квадрат, может бегать. Бля, по дыму, но не достаю. Бля, Даш. Я не успел создать. Почему бы Геру дать? А что, да не зале Геру? Да, он есть по Гере. Давай Геру. Батва, конечно. Пук БР есть? Нет, у кого есть БР? Космополит БР нет в иммуна.
Далее прибавку друиду. Желательно СС по ней. И желательно СС по ней. Сейчас скину. Тебя. Кинул СС. Смотри, за разрядом аккуратнее. Кто может анонсить его, блядь? Как он метки. Ничего страшного. Я не могу прохилить его, они так делают. Он опросил. Мастер налет надо было дать. Череду дал, что ли? Блять, вы что, Ирландец, ты второй раз умираешь от разряда, ебать? Ты можешь в жопу свою смотреть, нахуй, блядь? Или ты не знаешь, сколько разряд? Папуку дракона дайте, ОСС. ОСС, блядь. Пап. Бейте. За разрядом смотрите все аккуратнее. Милики, вот сейчас ёбнет. Дай мана лёд. Вот сейчас. Паладин, ставь метку. Прохилимся. Кто-то прям дистанцию нам. Хилим втроём плохо. Давай на сакру удамир. Далее репа подашь. Прохилим, рейд прохиливаю. Милики, а сейчас ёбнет. Нет. Ну, блять, пиздец. Сейчас по команде сдашь этот кладомер. Заморозил, не заморозил, я очень долго выбегал. Кладомира прохилить. Пока нормально, пока не сдавай, я смогу по команде сдать. Блять, я супа дал флаш. Чуть испугался. Бей. Сдавай массакру. Трусы убежали. Тодор, ты сдавал массакру? Егор. Нет. Все добивай всего. Хилим на стоп, танк. Трусы ушли. Бать, 13 из спад. Падаем. Только не утайте, пока Суф не зайдет. Все ушли от сундука нахуй. Суф, заходи. От сундука все ушли? Квазивер, отойди от сундука. Удивитесь. Суф зашел? Не пускай, да, еще бой висит. Зашел. Я в это, Фредди. Мне показывает в грозовом гриде. Похуй, у нас все равно комбат еще не упал. Я вот зашел бульду, вот. А, все, на все, золотая. Сейчас я золотая, бегите, чистить трэш. Лео дышит. Грудак. Чего, грудь какая. Рога тога, мейнспек. Гц. Пойдемте, Некс. Бля, ты крыса, конечно. Ой, в смысле ГЦ. Кольчужный пояс говняный. Никому не надо. Эту бошку жмякать. Без ГП бы бошки даю. Жмякать. Кому не надо, блядь. Я вообще все без ГП, кроме триника 239-го давал здесь. Блядь, пока нету next контента, все будет по ГП даваться. Там Т4 и 32-й шмот уже лучше. Карри и Вики. Вот это жмите. Кому надо, тому тот заберет. За ГП. Ну, Лодомиру себе. Так, танки, ебать, давайте. Приступляйтесь, полетит. Поздравляю. Кто ответственный за корни или за бан на стражнике? Кто ответственный за лопату? Кто ответственный за лопату, нахуй? Малах по бане. Я не знаю, кто ответственный за лопату. Это, пояс не распылили еще? Дайте мне его, и ГП мне въебите. Что за пояс? Кольчужный. Там, блядь, терп есть, а у меня хоста ебаная, по-моему. Ты бань?
Въеби ему это, дай пояс Владимирову. Я ему сейчас 49 въебу. Въебу. Так, ГП 40. Дал ему пояс? Почему 40? Ну, вот на мейн. Че такое, 140? Кому? Кому вы там отдаете мой пояс, блядь? Дамир, Владимир. Какой нахуй Владимир, блядь? Отдайте мне нахуй Вильзевулу пояс. Ну, дай ему один, я тебя ГП вибу. Я не могу найти его, где он вообще? Где вы нахуй для начала? Ты сам умеешь, ты сделал квест до йога? Ну, то есть тебя класс сейчас типа бросить ему въебало, да, чётко? Да, да. Мне удалили типа рукоять или что-то такое. О, да. Все, ебаш. А? Вот это хуйня бесплатно там начнется. Это же бесплатно, вот эта шея никому не нужна. Ладно. А, терять. Ладно. Зачем она тебе? Тяжелая. Бесплатно заберу. Распыли, блядь. Ты чё, блядь? Ну, въеби ему там ГП. Сколько за нее там? 99. Бля, может пойдем тебе статок арта и лагона убьем? Ну если время отхватить. Ну как бы время, нет, типа так точно. Либо типа, ну сейчас идем и до конца арты мы утраем. До 4 там мозги. До 5. Вот эти там тоже бесплатно. Либо мы идем сейчас на фул, а лагоны мы ставим на добронос. И опять на добронос полгода берем. Не то все тапки бесплатно, нет. Кому я просто, да, отставил, а нету, да. Типа, Рэй сейчас, типа, ну, в состоянии убить его. Ну, не хуже, чем прошлым, даже лучше. Так, аука, нафиг, так. Да не нужны у меня лучше. Да мне похуй, бери. У меня с двумя дырками. Да бери, мне похуй. Он без ГП что-то принимает. Да, да лучше вот, забери, забери, распылите, блядь, ГП, они мне нахер не нужны. Забери, да, я Владимир. Владимир это. Забери у него пояс, вон у Терияки можешь шею забрать. Или все. Меня фризить начал, конечно. Столько лбы, 100 ГП. Нормально. А не, мы сейчас закроем, думаю, Уидор на фул. Чё? И будем ставить на добронос. Да, и будем это. И будем с пугом опять убивать Алгалона. Кто не придет ГП ему. Тебе надо гильдию было создавать свою ГП, каждому въебалось. Не пришел в десятку, будет твое... 90% сразу въебывает. За неприход на допронос. Не пришел ГП, пришел все равно ГП. Но чуть меньше. Блять, опять упала какая-то говно, нахуй, заебеться. Где она? Вот она, давайте ролить. Блять. Все, короче, это ошибки я не сделал, Владимир, на бирже. Что, идем на фул сегодня? А когда добронос ставить будем?
Слав, ты когда будешь? Сегодня. На сутках в пятницу и вторник. Когда есть кара, когда нас... суббота. Когда у нас десяток нету. Ставьте завтра. Давайте на среду. Я поэтому говорю, ставьте. Среда будет столовкой, ебать. Ставьте на среду уголовно. Только давайте, у вас до среды почти целую неделю, ебать. Постарайтесь найти 2 часа, прийти всем и убить его по фасту, ебать. 2 часа все нужно найти будет. За неделю. Можно там заранее будет, не знаю. А я забыл, что у нас в субботу 2 десятки, да? Да. В воскресенье что? Ничего? Ничего, в воскресенье ничего, в понедельник еще одна десятка. И в среду мы идем, главное, прибываем. Угу. Можно это, можно еще каражан какой-нибудь поставить в воскресенье. Ну, кто может собрать ставки, я просто работаю в день. Я знаю, Слава, ты что-то работаешь, нет? Два рейда сразу нельзя ставить. Люди в одном заебываются и все. Второй уже просто не идут. Ты про что? Ну, допустим, у льда, потом кара, как не получится. А мы и так и не собираемся ставить. На хули? Не ставят. Просто типа разглаголил. Просто решил что-то. Дамир, Мастакрус давай. Да блять, походу, не дослышал. Дар и Анара там, блять, прием нахуй ебать. Че это такое, нахуй? Расиграй с приемом. Я, блядь, тут один на один до чела пиздишь. Давай, нахуй. До 5 ты такой дырял. Самое главное на троих на пул дайте. С Роги и с Фонтан. Теперь ставить где-то, блядь, призывать нахуй. Ждемся. А, пока стан, давайте, пока стан. Ирландец сбиваешь водному. И Роготока сбиваешь этому элементалю. Ну как у него? Водяному. Нет, водяному Ирландец сбивает, грозовому сбивает Роготоку. Бой, тогда постраховаешь. Давай встали под эту хуйку и... Да, мы еще. Ой, я перебегу. А кудров... А, это корень. Роготога можешь выйти. Стоп-класс. Так, сейчас трое выйдут. Теперь грозового все просто сыграли. Ёлка ебаная. Да не, грозового убейте, потом ёлку убьём. Убейте, всё хорошо. Вот эти вот свичи ваши. Хуйня ебаная. Да, в Т9 челики оделись и в льду пришли, блядь. Хуйня это ебаная. Я помню, этот Т7 тут, блядь. Обрыгивались. Да нет, мы рили, вы будете 100 тысяч елки бить или 100 тысяч последнему мобу? Типа 100 тысяч последнему мобу, и дерево захилит 100% на фрейме. На пульте. О, опять они. Т7 вообще на них геро, блядь, сдавали. Да. Елку сыграли? Плета больше сделайте и плеточник. Хватит по водяному, блять, играть. У него так мало хп, а вы в него еще играете. Стоп каст. Сожрать, что ты за макрос новые тоники. Да питомец атакует. Сожрать. Красавцы, кто, блядь, не хикнул. Грозового играйте. А не хикнул у нас водяновый, блядь. А водяного у нас сбивает.
Нормально. Получается ГП? Получается ГП. Бежались. Или молоки. На поле. Замер, Масака, хотелось? Стоп-касс. Другой. Давай. Ебать, ничего. Даю гим. А нахуй. Баю сюда нахуй. Похорная, блядь. Нестабильная энергия. Чего вы в луче стоите? Ну хули в луче стоят, на. Тамаш. А у нас все, да? Никакие, ничего, ни гера не сдаем, ни БР, все оставляем на пожарник. Два, три тика. Три тика просто от этого. От луча у Люцика. Три тика плюс три взрыва у Ауги. Два взрыва и три. Два, один тик, ладно. У Иланса один тик. Ауга. Ауга. Пошли. Пошли. Все, подохнем, как наши собратья. Трио трое уже, которые лежат. Плюс на замену. Плюс на ГП нахуй. Могу только дать. Шоп-кап. Не уже конец. На замену не берутся уже на половине рейда. Просто, но... Ну ты будь, может, понадобишься. Ты иди фарми дальше остров. А чем мы уже будем? Это важнее же. Чем как-то странно бьем. Раньше стали все друг другу. Да вообще похуй, как стоим. Собирайте дерево. Так ты написал мне в 13.16. Я тебе написал 13.22. Нам нужен был человек. Мы в 23 человека били, блядь, трех боссов, ебать. Ты сидел в полгороде, блядь, просто меня, блядь... Стоп-касс. Меня игнорил. Прибежали. Где мой гоблин вообще? Чё он не бьёт? Прибежали. Прибежали. Елки собирайте, милики. Куда вы, блядь, перебежали? Перебежали. Стоп-касс. Убивайте. Перебежали. Наверное, дайте я... Хорошо. Все, пошли на пожарника. Как обычно. Туда? Пожарник. Пау. Эти рукавицы просто по КД падают, не? Пау. Так, а вот эти вот рукавицы, ролицы танков. Блять. Ага, они ему нужны. О, не, за 211 ауга не будет брать, ну нахер. Так за половину. Ты, блять, ДДшник что ли, нахуй? Это половину въебу соточку. Не. Ну все тогда я нахуй опылю эту хуйню. Там пушка с Везакса. Владимир. Нет. Можешь себя, Владимир, оставить, как хочешь. Так, двое штанов Люцик. Люцик. Владимир Пен. И вот такие штаны давайте. Я бы взял без ГП на это. Отойду 2 минуты. Давай. А, давайте войду, че, блять, они. А вы не помните, мы в прошлый раз на пожарнике мы сапроты пили? Вообще похуй. Я не пил. Нет, пили сапроты, по-моему, только хилы.
Ну, кто сейчас хил еле выпьют? Потому что я на ДД не пил, да. Паны, нажмите маг друиды, блять, кто-нибудь нажмите. А, ком-то кинул. А, бля, фух. Слава богу, что типа не нужно боссов лутать, чтобы печати забирать. Их или нужно? Нужно. А, ну значит нужно. Я поначалу всех лутал. Так, а это... Никому, да, не надо эти штаны? Да, пути, да. Разбойник, бля. Кому их ебать бесплатно, нахуй? Кому бесплатно вот эти штаны нужны? Да, это всегда вра. Куда их, блядь, деть, нахуй? Кому Ларри еще нужен с ебаного босса этот? Эротик есть. Так. И тоже никому. Тоже по докурю схожу. Быстренько. Тогда, короче, никакого перекура. Убиваем. Не-не-не, все убиваем. Когда распределишь там метки и объяснишь людям, кто здесь не был. Кто здесь не был, вообще плюсаните мне в рейд. На пожарнике не был. Не на самом боссе, а именно на пожарнике. Лусик, иди сюда. У кого... На хэм режиме кто не был. У кого есть этот? Три человека не было, да? Четыре. А три, ебать. Тут десятки. Похожая тема. У кого есть алхимия? Эйфорин, беги сюда. Сейчас вы... приду. Возьми. Эйфоринка, беги сюда, забирай. А, у тебя нету, да? У тебя же как раз этот. У тебя алхимия, кажется, есть, да? Нет, у меня на другом персонаже. Давай, я бегу сейчас, я портанусь. Все, блядь, сейчас тебе перекину ульти. Будет ответственность. Это будет. Уже традиция, блядь. Мне надо всегда блядь. Эту хуйню забирать. Хоть, блядь, фласки своим тинкам, блядь, буду доставлять. Давай, беги. Торговый, ты танчишь? Ты знаешь, что делать на каждой фазе? Вы мне скажите, вы пожарника убили, меня не было с вами? Да, да. Вы шли на третьей и четвертой фазе, и за вами вел босс сатанок, да? На центре часть перед боссом шла. Еще раз. На четвертой в центре, а часть шла перед боссом. Ну, два компа, короче. Короче, на третьей фазе мы типа все вместе бегали, а на четвертой фазе одна пати под стенкой, другая пати в центре стоит, ну, РВДшников. Все остальные под боссом. Uh-huh. Ну и водили, как обычно, но... Мы один огонь скидываем. Самое главное, что мне надо понимать, что сначала идет человек с меткой, да, и с рейдом. А за ним уже ведет босса танк, правильно? Правильно? Короче, босс должен быть впереди. Босс кидает вокруг мины. Вы ходите за боссом или перед боссом на четвертой фазе? Милики за боссом бегают. Милики вместе с боссом бегают, это понятно. Танк жопой взрывает двери. РДД вообще впереди бегают, типа. Вот самое главное, что РДД впереди. Чтобы по минам они не бежали. А то я видел пару рейдов, где босс вызывает мины, блядь, и босса проводят, и люди пробегают от огня, прям в мины, блядь. А мы знаем. Да. Это самое главное. Что делаем? Во-первых, три метки, как мы стояли. Лево-право. Вот три метки, короче, эти метки созданы для второй фазы, чтобы вы стояли на второй фазе. Не, мы по-другому ставили же, нет? Стой, не вот крестик, вот тут же должен быть. А, типа и ближе ставили? Поближе, вот туда поставили. Я не помню, как мы это ставили. Тут одно. И вот здесь, по-моему, одна еще стояла где-то. Тут? Вот где ты стоишь сейчас, да. Сейчас. Эти метки, они просто... Это сторона, где вы стоите. Типа вы рассасываетесь полумесяцем по вот этой всей платформе вашей. Типа, вот у вас ограничители, вот эти вот таблетки. Типа, дальше вы не заходите в свои пати. Смотрите, давайте. Четвертая пати будет в крестике стоять. Вот от крестика рассасывайтесь. Третья пати звездочка, ебать. И все остальные, кто вторая, там, первая, кто там РДДшники. Смотри, во второй пати, которая РДДшники, и в первой пати, в которой РДДшники, вы звездочки стоите. Хилы. Стоите, короче, Эйфорин на Квинмун в звездочке, в районе звездочки, Хаос Ладомиром в Луне, и Суд стоишь один в крестике с нами, с локами. Вот так вот стоим.
Первая фаза хуйня, вторая фаза два огня скидываем, один центр скидываем, и нажмем сакру на нее. По команде, когда он скажет сбежаться, все сбегаются в центр. Все сбегаются именно ровно в центр, чтобы... И сразу отбегаем. И второй раз не скидываем, просто стоим дамажем под веры. Переводим босса на третью фазу. Раскидаем сейчас СС под друидом. Я даю Квинмуну, Малак дает Суфу, Тирьяки дает Пук Дракону, Кокосик дает Космополиту, Квазивер, Даш. Лодомиру? Или тебя? Давай Лодомиру. Так, давайте на первой фазе в эти в кабинки скидываем огонь. Первая, вторая пати налево бежит, третья, четвертая направо. Пахилам, Лодомир, Суф налево, Квимун, я и Фарина, мы в правую кабинку бежим. Сразу там вставайте. Когда мы босса переведем на вторую фазу, все там, где мы сейчас стояли, в уголке по команде, все туда забегайте, скидывайте там огонь. Кинули огонь, разбежались, ебать, стоите, ждите, когда второй кастанет. Разбегайтесь недалеко, чтобы вам добежали обратно, ебать. Подождали, ебать, там огонь пока ведут. Даю команду, ебать, все опять сбегаются в уголочек, ебать, разбиваем второй огонь. Второй огонь разлились. Второй огонь разлились, стали по меткам на второй фазе. Ебать. Ебать. Им постоянно, не забывай, ебать. Ебать. Вот, третья фаза, все двигаемся за... Давай, за тобой будет дог двигаться. Давай. Ставлю крестик на дога. На третьей фазе все бегаем за догом. Туда ирландец выпивает по окову по бомботам. Бомбот выходит, все оранжевые бомботы въебали. Ну и все. Четвертая пати бегает в центре, а третья пати и остальные РДДшники бегают по стеночке. Перед боссом бегаем. Перед поставьте, боссом. Кокосик, поставь камни. Да, тогда будешь лишних убирать этих тушителей. Оставь их 3 или 4, ну, знаешь сам. Из огня сразу выбегаем. Огонь разлился, будем наносить огонь, по команде выбегайте. На четвертой фазе, короче, ну там как будем играть по... По телу, по голове, по РДДшникам. Ну, Локи играет в центр, милики все играют вниз, пару человек играют в голову. Типа сова, хан, там, магия. Все, давайте, даю. Они справятся. Ну, давай, даю. Сопротики все.